Для Ирландии это что-то новое. Такого еще никто не делал, и мы первопроходцы. Я всегда был самым мелким. Мелким молодым красавчиком, которого все за это хотели побить. Поэтому до меня довольно быстро дошло, что мне стоит научиться себя защищать. Все то, что могло произойти в любой момент жизни, это заставляло меня думать. Мысли о том, что могло произойти, крутились у меня в голове больше, чем у других детей. Они буквально застряли у меня в голове. И это вело меня в зал, заставляло учиться. Я стал одержим боями, самозащитой и духом боя в целом. Эти мысли превратились в одержимость, но так все началось. Я просто пришел в зал кикбокса и начал заниматься боксом, кикбоксом. Затем я начал понемногу изучать джиу-джитсу и другие виды. И все это для того, чтобы изучить все варианты, как может двигаться человеческое тело. Потому что я знал, я понимал, что на улице... Я всегда представляю, как будто бьюсь на улице, но тренируюсь я как настоящий спортсмен. Я знаю, что на улице может произойти все, что угодно, любое движение может быть использовано. Я очень рано понял, что я должен уметь все, любое движение. Человеческая анатомия, движение тела, они занимают все мои мысли. Как люди двигаются, как они себя ведут, я очень много думаю об этом. Честно говоря, только об этом я и думаю, больше ни о чем, меня больше ничто не заботит. Я не знаю ничего об иных видах спорта. Об американских видах спорта я знаю только название. Я без понятия о дерьме типа бейсбола. Без понятия даже о регби. И это ирландский вид спорта. Назовите что угодно, даже не имею представления. Но я знаю все о человеческом теле, как оно двигается. Это все, что мне интересно. В бою со мной невозможно победить. Там только я, и я показываю свое представление. Мне плевать, как выглядит мой оппонент, что он делает. Да и на результат плевать, я от него никак не завишу. Люди клянчат, предскажи, что будет. Но это не мое, и мне это даже не нужно. Я выхожу и делаю свое дело. Я делаю то, что делаю всегда, несмотря ни на что. Победа или поражение, я прихожу в зал, чтобы стать лучше. И это все. Теперь мне нужно только это показать в бою. Все случится само по себе. Единоборство дает мне цель, мотивацию, желание. Мне их больше негде получить. Что у меня еще есть? В этом моя жизнь. Это моя жизнь. Я сам эту жизнь выбрал, и я не хочу больше ничего. Я счастливый человек, живущий своей мечтой.